Харьковский металлист встречался на своем поле с одним из лидеров, Днепром. Харьковчане в синей форме. Да, разные турнирные задачи решают команды в этом чемпионате. Но их встречи всегда проходят в увлекательной борьбе, и нынешняя не была исключением. С первых же минут обе команды твердо дали понять, что намерены, как говорится, искать счастье у чужих ворот. И хотя номинально и Днепр, и Металлист придерживались тактической расстановки с одним чистым форвардом, но в атаках принимали участие все полевые игроки, и вратарям пришлось изрядно потрудиться. Это их заслуга, что в первом тайме счет так и не был открыт. Во втором тайме Днепр сумел еще прибавить в игре, а вот Металлисту, похоже, ответить было нечем. Обе команды действуют в схожей манере, скоростной, атлетичной, но на этот раз такая игра в исполнении Днепра выглядела несколько более убедительной. На 57-й минуте Лютый, который, похоже, восстанавливается после травмы, открывает счет. И этот гол, надо сказать, еще прибавил уверенности Днепру. В дальнейшем матч уже проходил в основном под диктовку гостей. Посмотрите, какую красивую комбинацию разыграли Сон и Шахов. В этом игровом эпизоде 6 защитников харьковчан выглядели, пожалуй, всего лишь статистами. После второго забитого мяча Днепр стал играть уже на удержание счета, не обостряя игру, но в целом свою задачу гости выполнили и добились очень важной для себя